Дамы и господа, сейчас нас ожидает командный матч по правилам тройной угрозы за командные титулы NSW! Встречайте! Текущий командный чемпион NSW Виктор Айзенка и первый претендент на титулы Андрей Щербаков. Здравствуйте, уважаемые зрители NSW. Ну что ж, друзья, мы продолжаем смотреть шоу «Восстание», которое прошло 30 марта на домашней арене NSW. И у нас на очереди матч за командное золото NSW. К рингу сейчас выходит Виктор Айзенхарт, действующий командный чемпион, и Андрей Щербаков, его ученик. И его напарник Дилайт! А вот его командный партнер, это D-Light. Вообще, конечно, очень интересная ситуация. По сути, в этом матче не будут принимать участие люди, которые реально владеют командным золотом. Виктор Айзенхарт, к сожалению, закончил активную карьеру рестлера. И, по сути, сейчас чемпионство находится в руках лаборатории, но лаборатории как таковой больше нет. Достаточно, конечно, специфическая ситуация. Но сегодня мы точно получим новых командных чемпионов. Возможно, именно эти ребята ими и станут. Вот это Фенрир! И он ожидает своего командного партнера Шамана. Достаточно неожиданно эта команда, в принципе, возникла, но ребята, мне кажется, сработались по ходу турнира. И сейчас это очень серьезные претенденты на победу. И Шаман! Ребят, Шаман и Фенрир действительно стали настоящими друзьями по ходу этого турнира. И это, конечно, очень мощный выход и серьезная заявка на победу. Ну, а у нас осталась еще одна команда. Матч, я думаю, будет просто сногсшибательным. И последние участники матча. Команда Самди. Итак, вот он, это Самди. Если в отношении Шамана и Фенрира я говорю, что эти ребята стали настоящими друзьями по ходу турнира, то команда Егор Соколовой Самди, который сейчас, кстати, появляется вообще из ниоткуда и нападает на Шамана, на всех. Самди и Егор Соколов решили по-хитрому поступить. Это, конечно, достаточно подло. Но Егор Соколов и Самди, в принципе, никогда не отличались особой честностью и справедливостью. Так вот, они до сих пор не нашли общего языка, и вроде как они
внутри команды между собой тоже враждуют. Но, однако, вот именно в этом матче начали они очень сплоченно. Итак, наш матч уже начался, и Егор Соколов, и сам Див, конечно, очень мощно начали, завладели инициативой, и сейчас, возможно, покажут командную работу. Может быть, какие-то наработочки они все-таки сделали на тренировке между спорами друг с другом. Отличный двойной клоузлайн от Шамана. Шаман, я думаю, самый массивный участник этой драки. И, конечно, свою мощь он будет использовать по полной программе. Но тут, кстати, была командная работа сейчас у Шамана и Фенрира. По каждому представителю из команды может находиться внутри четырехугольника. Вот сейчас как раз внутри легальными участниками поединка являются Шаман, Андрей Щербаков и Егор Соколов. Итак, Егор Соколов выкручивает на нэкбрейкер Щербакова и проводит ему этот самый шейлом. Смена тага. Сейчас сам Дин будет демонстрировать свои умения на ринге. Фенрир получает дилайт, отхватывает от сам Дин. И сам Ди ворачивается от удара Шамана, но тут же в игру вступает Андрей Щербаков, который сшибает сам Ди с ног. Лежание только до двух. Наш матч только начался, а уже невероятной скорости. Я уже не успеваю просто следить за тем, что происходит. Итак, Шаман выходит на немецкий суплекс. Спот прикрутился сам Ди в воздухе. Инцигири по затылку получил от Дилайта. И Шаман сейчас будет проводить суплекс. Нет, Егор Соколов спасает своего командного партнера. Удар в корпус. И вы посмотрите, что происходит. Просто со всех сторон рестлеры туда-сюда. Ничего вообще не понятно. Нейкбрейкер от Щербакова. Итак, смена тага, Дилайт получает возможность проявить себя. Ну, с Шаманом действительно только вдвоем, наверное, что-то можно будет сделать Андрею и Дилайту. И отличная командная работа. Сейчас, хоть и не особо Шаман чувствует эти удары, но хоть какой-то урон ему был нанесен. Шамана нужно как-то измотать, какой жесткий удар. Просто сейчас в нокдауне оказывается Андрей Щербаков. А у нас мини-дуэль Дилайта и Фенрира. Итак, тут же сам Ди вступает в бой. Очень сложный матч для комментирования, друзья. Потому что действительно, рестлеры, они двигаются быстрее, чем я соображаю. Я просто... Вот посмотрите, что происходит. Как они не врезаются друг в друга. И получает все-таки Фенрир. Отличный прием от Дилайта. Тут же сам Ди его вырубает. Егор Соколов. Европейский апперкот Андрея Щербакова, который хотел вступить в этот самый бой. Итак, друзья, какие ваши ставки? Кто же станет новым командным чемпионом? Кто же? Какая команда станет новым командным чемпионом NSW? На кого вы ставите, друзья? Я, честно говоря, так и не решил, на кого я буду ставить, потому что все три команды выглядят очень интересно. Дропкик получает Фенрир. Сам Ди, попытка удержания 1-2, только 2. Итак, Егор Соколов просит так, и сам Ди ему его дает. Пока что сам Ди и Егор Соколов даже особо не спорят друг с другом. Вроде как у них все идет пока что нормально. Даже была такая... О, ну только я заговорил, и тут же сам Ди промахивается и попадает по Егору Соколову еще один раз. Ну все, я накаркал, друзья. Егор Соколов атакует сам Ди. Вот то, о чем я говорил. В каждом матче у них какие-то разногласия происходят. И вроде сейчас все ушло хорошо, но опять же все вернулось на те места, которые были раньше. Торнадо DDT тем временем отдела. Это Шаман. Разбег! Мощно впечатывает в угол ринга своей ногой. Дела это. Егор Соколов тоже получает от Шамана. Шаман немножечко видоизменился. У него даже музыкальная тема такая достаточно с
своеобразная, очень атмосферная была. Ну и в целом они с Фенрером выглядят интересно как команда. Итак, Егор Соколов. Клоузлайн в угол ринга, не получается ему подловить дела, это очень мощный этот парень, и внезапно командная работа от Егора Соколова и Шамана, удержание, один, два, нет, Шаман прерывает это удержание. Ох, Егор Соколов, очень опасно такие разговоры разговаривать с Шаманом, ну тем более он особо и не понимает русского языка. Сам Ди подбадривает Соколова, говорит, ну давай, сделай что-нибудь. А что ты сделаешь с Шаманом, особенно когда он просто сейчас на таком кураже? Андрей Щербаков запрыгивает на Шамана сзади, пытается его придушить, но даже в таком положении он умудряется проводить клоузлайны. Егор Соколов попал под горячую руку Шамана, и Фенрир спасает своего командного партнера. Обратный локоть по спине Андрея Щербакова. Один, два! Очень быстро все происходит, и сам Ди чуть не свернул Шамана. И теперь достаточно интересная ситуация. Такая неваляшка в исполнении Шамана и сам Ди. Ну, Андрею Щербакову, мне кажется, нужно было давно уже это сделать, прерывать всю эту... это безобразие и самому как-то вступить в бой, взять инициативу в свои руки. По-моему, сейчас он это и делает. А сам Ди тем временем получает внезапную поддержку от зрителей. Итак, сам Ди. Сам Ди готов, по-моему, заканчивать с Андреем Щербаковым, но нет, он соскальзывает. И Шаман. Ох, ты что ж ты делаешь, Шаман? По-моему, это победа. Один, два. Нет, только два. Этот матч получается именно таким, каким я его и ожидал увидеть. Очень все быстро происходит. Очень сложно все это дело комментировать. И совершенно непонятно, на кого же делать ставки, потому что все команды проявляют себя очень ярко. Итак, Шаман. Очень жестко бьет по голове Андрея Щербакова. Запуск, он уворачивается. Хотел смениться на Дилайта, но не получается. И немецкий суплекс получи, распишись. И мне кажется, это еще не все. Второй немецкий суплекс полетел. Ну что, достаточно близко к Дилайту. Андрей Щербаков стукнет ему по ладони, но нет, не получается. Промах и Шаман просто уничтожает сейчас Андрея Щербакова. Мне кажется, сил у него осталось очень мало, ему нужно отдохнуть. Дилайт готов уже взять так, но Шаман это не дает сделать. Итак, Шаман запускает Щербакова в сам Ди. И сейчас такой... Да ладно! Да неужели он поднимает двоих соперников и все, Дилайт и Егор Соколов уже не могут стоять на месте. Они помогают своим. Фенрир. Фенрир пытался выкинуть клоузлайном обоих рестлеров за пределы ринга, но это не получилось. Тем не менее, они все-таки оказались там. Шаман еще выкидывает Щербакова, по-моему, за пределы ринга. И сейчас, по-моему, какие-то планы обсуждают Шаман и Фенрир. Возможно, какие-то наработки у них есть. Так, Егор Соколов, что ты делаешь, Домкрат? Домкрат Щербакову. Дилайт получает по лицу от сам Ди. Ключевой блок. И дропкик от Шамана. Сам Ди вылетает за пределы ринга. Ну, по-моему, у Шамана и Фенрира получается пока что лучше всего. У них достаточно интересная такая команда, сила и ловкость. И посмотрите, именно сейчас ловкость и демонстрирует Фенрир. Неужели у него получится? Он прошел по канатам и... Да! Он сшибает всех своим прыжком. Это было круто, друзья. Это круто, действительно, я согласен с публикой, и очень и очень экстремально. Это круто! Это круто!
Ну, пока что, действительно, я могу сказать, что Шаман и Фенрир, наверное, больше всего заслуживают победы в этом матче. Но он еще, мне кажется, далек от того, чтобы закончиться. Итак, смена тага все-таки происходит. В бой вступает Делайт. И кто с ним будет драться? Фенрир остается один на один с Делайтом. Полетели. Происходит обмен ударами. Удар по груди. От Делайта. Промахивается Делайт, но промахивается и Фенрир сейчас. Такая дуэль ловкости и скорости происходит на ринге. Итак, Фенрир. Фенрир! Нет, у него не получается, перекручивает его Делайт. Разбег от Делайта и мощный дискус клоузлайн в угол ринга. Отлично, Шаман уже чувствует, что нужно помогать. Он берет инициативу в свои руки. И сейчас, мне кажется, будет командная работа. Запускает он Фенрира. Получает сейчас Делайт и обратный локоть Андрею Щербакову. Ну что, что еще интересного вы придумаете, друзья? Да ладно! Вот это уже, конечно, было бы мощнее, но промахивается Шаман, получает Инсигири от Делайта. Отличный бросок от Андрея Щербакова. И это еще не все. Время вам демонстрировать, ребята, ваши командные умения. Дропкик в угол ринга от Делайта. Да, это было действительно красиво, заслуживает аплодисментов. Дропкик от Андрея Щербакова. Ну что ж, пока что хорошо удается. Это, ну, это новая команда, действительно новая команда. Но какие командные взаимодействия они демонстрируют. Вы посмотрите, дабл футстомп и DDT одновременно. Невероятно, друзья, просто невероятно. Сумасшедший матч за командное золото NSW. Итак, Делайт, похоже, готов совершить свой солнечный удар. Да, это солнечный удар. Один, два. И только сам Ди своим вмешательством спасает матч от того, чтобы он закончился. Давненько не было видно Егора Соколова и сам Ди. И от них хотелось бы тоже видеть какое-то командное взаимодействие. Именно сейчас, наверное, это и произойдет. Нет, промах. И отличный кик по корпусу получает и Егор Соколов, и сам Ди. Ничего себе, друзья. Просто невероятное зрелище. Давай, Соколов, мы это сделаем. Итак, сам Ди и Егор Соколов говорят, давай мы это сделаем, братан. Но нет, не получается. Они снова врезаются друг в друга. Суперкик, правда, только по корпусу. Еще один суперкик по сам Ди. Итак, Егор Соколов, запуск, реверсирует Делайт и попадает Егор Соколов на фирменный прием Андрея Щербакова. Егор Соколов, похоже, сейчас будет долго отдыхать, если ему, конечно, позволят. Удержание, один, два. Нет, только два. Шаман спасает этот матч. Обратный локоть от Фенрира. И сейчас что-то они снова задумали с Шаманом. Отличный клоузлайн в угол ринга от Шамана. И тут же еще Фенрир добавляет своими ногами. Зрители просят еще. И... воу! Двойной европейский апперкот. Да, друзья, это, конечно, один из самых лучших матчей. Один из самых лучших командных матчей, которые я только видел в NSW. Очень интересно, кто же в итоге уйдет с восстания с чемпионскими поясами. Невероятно, какой прыжок от Фенрира. И это еще далеко не все. Шаман и Андрей Щербаков вылетают вместе за пределы ринга. Что же будет делать Фенрир? Может быть, прыжок за пределы ринга, немножечко экстрима? Или что-то другое придумал наш боец в маске? Так, Фенрир. Кроссбади за пределы ринга. Сшибает он с ног своих соперников.
И, друзья, посмотрите на Дилайта. По-моему, он тоже задумал немножечко попрыгать. Ну, Дилайт у нас это мастер полетов, поэтому от него это даже не удивительно. Или все-таки не получится ему прыгнуть сам Ди. Европейский апперкот провел Дилайту и... Друзья, что это будет? Это будет что-то невероятное! Да ладно! Нет, безумцы, не делайте это! Да! Они это сделали, господи! Я могу только присоединиться к этим крикам. NSW показывает первоклассный рестлинг. И этот матч, это что-то с чем-то, друзья. И он по-прежнему продолжается. Ничего не закончено. Еще до сих пор непонятно, кто же станет командным чемпионом. Этим поясам действительно нужны бьющиеся чемпионы, которые будут отстаивать это золото матч за матчем. К сожалению, сейчас такая ситуация, что нет у нас активных чемпионов. И в этом матче мы должны их получить. Ну что ж, Шаман, Егор Соколов и Андрей Щербаков оказываются внутри четырехугольника. Самые стойкие ребята. И Егор Соколов пока что отдыхает. Тем временем еще один немецкий суплекс получает Андрей Щербаков. Уже третий от Шамана. Ожог! Это был ожог, друзья! Удар с разворота от Фенрира. И кроссбади, но поймал у Андрея Щербаков еще один финишер. Получи и распишись. Сам Ди влетает в четырехугольник. Ну что? Возможно, это конец. Нет, это был бы конец. Возможно, если бы Дилайт не вмешался в этот матч. И хэппи-энд. Канадский разрушитель от Дилайта. Один из его фирменных приемов. Ну что, может быть, попытка удержания? Нет. Ну да, нет смысла особо было удерживать. Шаман уже на середине ринга. Жестко вырубает Дилайта. Так, ну там сзади Андрей Щербаков. Он впечатывает лицо Шамана в этот самый ринг. Дилайт выцеливает. Возможно, еще один солнечный удар, после которого матч закончится. Ну-ка, солнечный удар. Ну все. Нет, не все. Сам Ди, Егор Соколов здесь ожог. Получает Щербаков. Груз 200. 1, 2, 3. Все, друзья, матч закончен. И у нас новые командные чемпионы NSW. Это Егор Соколов и Сам Ди. Кто бы мог подумать. Это был невероятный матч, который принес просто тонну эмоций, великолепный рестлинг и новый командный чемпион. Так, это музыка судьи Неда. И посмотрите, у него в руках пояс командного чемпиона NSW. Довольно странно, что именно у Неда находится это золото. Нед ранее нашел, стал новым экстремальным чемпионом, он одолел Локомотива. Но что он забыл в этом матче? Никто. Айзенхард. Ты это искал? Я уничтожил Экса. Я уничтожил клона Экса. И теперь отдаю этот пояс владельцам. Вот это новости, друзья! Вот почему мы давно уже не видели клона Экса. Это дело рук судьи Неда. Именно он его уничтожил. И Виктор Айзенхард, конечно, просто в бешенстве. Андрей Щербаков еле-еле его сдерживает. Я думаю, с этим мы еще будем разбираться, конечно. Ну а мы поздравляем новых командных чемпионов NSW, Егора Соколова и Сам Ди. А эта ситуация, я думаю, еще получит развязку. Ну, сейчас нет никакого смысла, я думаю, Виктору лезть на
Неда действительно нужно разбираться уже потом. Мы получили новых команд и чемпионов NSW, и у нас еще один матч, который прошел на восстании. Дмитрий Донской против Владимира Кулакова. Не пропустите этот матч на YouTube-канале NSW. С вами был Джеки. До скорых встреч, друзья. Пока.